Я поздравляю всех христиан с праздником Пятидесятницы. I greet you all with the Pentecost, the celebration. Я приветствую всех, кто смотрит нас онлайн. Everybody that's watching us online. Для тех, кто понимает развитие и рождение церкви. Those that understand the development of church and birth. День Пятидесятницы это является ключевым событием в жизни и рождении церкви. Day of Pentecost is the key living church for the church. Именно с того момента. And from the moment. Многое изменилось. Much things changed. Именно с того момента. And from that moment. До сих пор. Until today. Мы сегодня можем переживать эту Пятидесятницу. We still can experience this Pentecost. Я не знаю, что у вас вызывает, когда мы... Какое чувство у вас вызывается, когда мы говорим о Духе Святом. I don't know what feelings you feel when we talk about Holy Spirit. Тема моей проповеди называется сегодня «Твоя ответственность перед Духом Святым». The subject of today's sermon is your responsibility to the Holy Spirit. Можно мне монитор, пожалуйста? Я не знаю, если вы можете сами себе ответить на вопрос, честно, сейчас, какое у вас чувство, ассоциация, что приходит в ваше сердце, когда вы слышите, что проповедь будет о Духе Святом? I want you to think, what is the feeling that comes to you when you think that a sermon will be on the Holy Spirit? Это должно нам немножко показать наше отношение к Духу Святому. This should show us our relationship or how we think about Holy Spirit. Христос это была очень яркая, незаменимая личность на земле. Christ was somebody that couldn't be replaced and he was very bright. Казалось, незаменимая личность. It seemed like he couldn't be replaced. Но хорошая новость. But the good news is, что Иисус Христос, the Holy Spirit, сам себе нашел замену. He found a replacement for himself. И он назвал это очень таким словом лучше. And he found the best word. Он сказал, лучше для вас. And he says, it's better for you. Представьте, если у вас в жизни что-то есть хорошее. Imagine if you have something good in your life. А потом вам предлагают что-то лучшее. And they're offering you something better. А когда это сам Бог предлагает. Especially when God is offering this. Наверное, это по-настоящему что-то хорошее и лучшее. That must be really something better. Вот это то, что Христос пообещал своим людям. And that's what God promised to his people, to the church. Он сказал, я пойду. He said, I will go. Я лучше. And I will give you better. Пошлю вам. I will send that to you. Духа Святого. Holy Spirit. Эта идея пришла не в голову человеку. This idea didn't come to a human или руководителю церкви. Or to somebody, a pastor of a church. Сказал. But Jesus said this. И я сегодня хочу напомнить, дорогие and today друзья, I want to remind you, my friends, что Дух Святой это, во-первых, личность. That Holy Spirit, first of all, is a person. Это третья личность Божества. Is the third person of the Дух Godhead. Святой это не просто сила. Holy Spirit is not just a Дух power. Святой это не просто чудеса. It's not just miracles. Дух Святой это не просто иные языки. It's not just speaking tongues. Дух Святой это Бог, это личность. But Holy Spirit is a person, it's a God. Дух Святой есть внутри каждого рожденного свыше христианина. And Holy Spirit is in every born from spirit person, Christian. Наличие Духа Святого это большая привилегия. And having Holy Spirit is a это huge privilege. Честь. It's an это honor. Это потенциал. It's a potential. Это ресурс. It's a resource. Который дан самим Богом. That's given by God himself. Жизнь человека. Into a life of a person. Писание говорит, не знаете ли вы, Bible says, don't you know, что вы являетесь храмом живущего Духа Святого в вас. That you are a temple of the Holy Spirit that lives in you. Я думаю, что многие вы в школе изучали science, науки. I think many of you studied science. Но я не думаю, что кто-то может объяснить на науках. But I don't think anybody can explain scientifically как Дух Святой, Holy Spirit, божественная частичка, a part of God, может жить в таком человеческом, кажется, греховном мире или испорченном. Can live this in this Но Библия говорит, что этот Дух Святой But Bible может that Holy Spirit can внутри твоего тела. Of our body. Это потенциал, and it's a potential, который Бог дает сегодня людям. That God gives to the people today. Роль Духа Святого на земле, она очень большая. The role of Holy Spirit on earth is huge. Библия называет его утешителем. Bible calls him comforter. Называет его учителем. Calls him teacher. В Писании мы видим примеры Духа Святого как руководителя. And he's also as a leader or somebody that runs things. Мы часто иногда жалуемся, что в нашей жизни вроде бы мало движения Святого Духа. Sometimes we complain that we don't have enough of movement of Holy Spirit in our life. Нам хочется больше благодати, действий. We want more grace, more work. Мы часто ищем причины, почему ее мало. Often we find reasons why is there not enough of it. Иногда кажется, хочется у Духа Святого спросить, почему мало Духа Святого. And sometimes we want to ask the Holy Spirit, why is there so little of you, Holy Spirit?
Holy Spirit. Чтобы было движение Духа Святого, нужно молиться больше. And we think that we need to pray more so we have the movement of Holy Spirit. Да, это хорошо, это правильно. Yes, it's true and correct. Но есть другие причины. But there are other reasons. Это то, о чем мы сегодня поговорим. And that's what we'll talk about today. Какая наша ответственность? What's our responsibility? Перед Духом Святым. Before the Holy Spirit. Чтобы было больше движения Духа. So there would be more. Чтобы было больше работы movement. Духа Святого в твоей жизни. So in your life there would be more of God's work. Мы часто думаем, это зависит от кого-то. Sometimes we think it depends on somebody else, on the church, on the speaker, on Holy Spirit. Частично это так. And partially correct. Но есть твоя ответственность. But there is your responsibility. Дорогой друг, есть твоя ответственность. So every friend, there is your responsibility. And if you believe that Holy Spirit lives in you, there is your responsibility. При каких условиях Дух Святой действует? There are conditions when Holy Spirit will work and move and work. Проявляется. When He will express Himself. И когда Дух Святой приходит, and when Holy Spirit comes, все меняется. Everything changes. Все меняется. Everything changes. Сверхъестественно меняется. Во-первых, внутри. First of all, inside of us. Мы получаем потенциал. We receive the potential to live differently. С неба. And so Jesus from heaven. Первая наша ответственность. So the first responsibility we have. Перед Духом Святым. Before the Holy Spirit. Это его не обижать. Is to not grieve him. Not to не оскорбляйте Духа Святого. Do not grieve the Holy Spirit. Вы когда-нибудь задумывались, что у вас перед Духом Святым есть ответственность? Did you ever think that you have a responsibility before Holy Spirit? Или мы думали, ну, все как бы понятно, но об ответственностях наших личных как-то не думали? Or you thought that everything is pretty clear and there is no responsibility? Читаем в Писании подтверждение. But let's read the confirmation in the Bible. Ефесянам 4 глава, с 29 по 32 стих. Ephesians 4:29 to 32 it's written. Начинается все такое практическое, как на земле. Everything is very starts with a practical advice. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Дальше внимание, не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте, как и Христос простил вас. It says, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. And then, do not bring sorrow to Holy Spirit by the way you live. Remember, He identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. Знаете, друзья, в этом длинном списке можно затеряться, что там в середине стоит Дух Святой. You know, you can even lose Holy Spirit in this long list. Все говорится о наших земных таких вот разговорах, общениях, скандалах, как на земле. It's all talking about our things, daily things, just life on earth. И в этом длинном списке. And in this long list. Там вот есть такое употребление Дух Святой. There is this mention of Holy Spirit. И призыв не обижайте Духа Святого. And there is this calling, do not grieve Him. Мы обычно думаем, ну нельзя обижать других людей, это понятно. We often think that we shouldn't grieve or а здесь говорится Духа Святого, не оскорбляйте. But Holy Spirit. Первое, как мы можем на практике оскорблять Духа Святого, first, how we can grieve Holy Spirit, это игнорируя вообще Его присутствие и наличие. Is to ignore that He exists and He's present. Писание говорит, the Bible says, вы храм Духа Святого. You are a temple of the Holy Spirit. Как часто мы об этом думаем? How often do we think about this? Как часто мы перед этим Духом Святым извиняемся? How often do we apologize before the Holy Spirit? На практике мы знаем, что мы можем в жизни иногда гневаться и кричать. Sometimes we know that we can be angry. Но только присутствие одного чужого человека. But only presence of one foreign person. И мы в его присутствии не кричим. And all of a sudden when he's at home, we don't yell anymore. Почему? Why? Потому что мы верим в присутствие вот этой личности возле нас. Because we believe that this guest came over and he's here. И нам хоть чуть-чуть стыдно. And we are a bit ashamed. Вы же замечаете, сколько лет вы ходите в церкви, вы никого не слышали в церкви, чтобы кто-то орал. You've noticed that you went to church for so many years and nobody screams in church. А дома бывает? But what about at home? А когда вы в гости придете не вовремя, может быть такое, что кто-то из нас, оп, пришли в гости, мы сразу раз... What if you came home unannounced or somebody came? Is it possible that all of a sudden you'll stop yelling?
Но так как мы верующие люди давно, со стажем, не осознаем, we don't understand, или не верим, and they don't realize, don't believe, или игнорируем or ignore присутствие Духа Святого в нашей жизни, in our lives, мы действуем, как будто бы Его нету. We act as if He's not there. Это первое, как мы оскорбляем Духа Святого. It's the first thing that we can мы не осознаем, we don't even realize, не помним, we don't игнорируем remember, we ignore Его присутствие His в нашей жизни. In our life. Второе. Second. Представьте, если мы носим ребенка, личность. И можем ли мы с этим ребенком, личностью, зайти в ночной клуб, там, где все прокурено? Is it possible that we take our kid and go into a club where there is so much smoke? Ну, технически можно. Well, technically you can. Но это будет большим ущербом, очень повлияет на эту личность, которую вот вы несете. But it will really bring harm to this person that you're carrying. Вот точно так же это очень влияет негативно на личность Духа Святого, который внутри нас живет. It has an influence on Holy Spirit who lives inside of us. Когда мы так поступаем, when we behave this way, это влияет на эту личность. It has an influence на Духа Святого. On the Holy Spirit. Вот почему написано в Писании: не угашайте Духа Святого. That's why the Bible says, don't quench наши the Holy поступки, Spirit. Наши слова, они угашают, our они words, влияют they can, they influence на Дух Святой, который есть Holy Spirit, внутри inside нас. Мы оскорбляем Духа Святого через наше отношение к людям. We offend the Holy Spirit by how we behave to other people. Это очень важный принцип, который важно понять всем верующим. It's a very important principle that every Christian needs to understand. Я раньше так не думал. I didn't think this way before. Я раньше думал, что если я против какого-то человека согрешаю, I used to think that if I sin against словами, some person, делами, with words or гневом, actions, or I'm angry at him, злословлю, or I say bad things about то him, я грешу против этого человека. I think that I sin against that person. Я не грешу против Бога, против человека. I'm not sinning against God, but I'm и sinning against this извиниться person. Перед человеком. And I need to apologize before the person. И это правильно, and это тоже it is надо. Correct. It is true, and it's needed. Но наше отношение к людям but our relationship to people напрямую is связано completely tied нашему отношению к Духу to our Святому. Relationship with the Holy Spirit. Список, который мы сейчас прочитали, the list that we read, все говорится об отношениях на земле. Everything talks about the relationship все говорится on earth. О наших разговорах между людьми. It's all talking about our conversation слова, with people, крик, words, гнев, yelling, ярость, being angry, раздражение, rage, все земное. All of this is just мы же earthly things. Ну, на Бога редко так, так скажем, повышаем голос. Very rarely would we в основном это среди людей. Usually it's between people. Но здесь but here, в середине этого списка inside of this list, скрывается такая глубина. There is huge depth. Написано: не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления. Who was the stamp that proves that you are saved? Друзья, очень большой вывод. You know, there is a huge conclusion that we could draw from this. Что каждый раз, когда мы так делаем, that every day that we, every time that we do this, мы обижаем, оскорбляем Духа Святого. We offend and quench the Holy Spirit. Друзья, когда у нас в нашей жизни было вот это глубокое осознание, после того, когда я покричал, you know, after I realized that I've yelled, погневался, I was angry, злословил, I said bad things говорил гнилые about people, слова, I said rotten words, и потом я пришел, and then I come, и сказал Дух Святой, and I said the Holy Spirit, я в первую очередь, first of all, извиняюсь перед тобой, I apologize before you, а потом пошел к человеку, and then I go to the person. Так легче извиняться перед человеком. Actually, this way it's easier to say sorry to the person. Когда ты в твоем разуме приоритеты расставлены правильно. When in your mind the priorities are set когда ты вначале right. понимаешь, что ты грешил против Духа Святого, when you understand you were sinning against Holy Spirit first, потом легче извиняться перед человеком. Then it's easier to say sorry to the person. Потому что обычно человек, на кого вы орали, because the person that you screamed at, он, скорее всего, заслужил, чтобы first, на него кричали. Probably he deserved what you did. Правда, так мы же думаем. It's, человек же заслужил. At least we think that he deserves it. Он же нормальным языком не понимает. He just doesn't understand common language. А когда идет речь с Духом Святым, but when we're talking about the Holy Spirit, там кажется, как-то и объяснение никуда, никакого оправдания никуда. You don't have excuses. И вот, друзья, and my friends,
Написано там: да будет это все удалено от вас. It says, may all of this be removed from you. Когда Давид согрешил, when David sinned, против Версавии, against Versavia, Bathsheba, вопрос: против кого он согрешил? Who did he sin against? Против женщины, against this woman, и против мужа, or and against this husband. А Давид говорит: but David says, Боже, тебе, God, тебе единому согрешил я. I sinned only before you. Wow, wow. Вот это откровение, познание Бога. Imagine this understanding and revelation of God. Представьте, друзья. Imagine, my friends. Любой наш поступок, anything that we do, против человека, against people, здесь на земле, here on this earth, в первую очередь, first of all, мы грешим против Бога. We sin against God. В первую очередь, first of all, мы грешим против Бога. We sin against God. В первую очередь, first of all, это может быть не обязательно слова. Это может быть обман. Words. It could be это может быть прелюбодеяние. Это может быть похоть. Adultery. Это может lust. Быть любой грех. Many но sins. В первую очередь, ты грешишь против Бога. Remember that you're sinning against God. Творца, который дал тебе жизнь. Дает дыхание. The one that gives you life and breath. Который дал тебе шанс. The one that gave you the chance. Жить по-другому. To live a different type of life. Если ты веришь, если ты знаешь, if you know, что Дух Святой живет в твоем сердце, that the Holy Spirit lives in your heart, с сегодняшнего дня, starting from today, твое отношение к людям должно радикально поменяться. Your attitude to people needs to radically change. Да, друзья, мы можем, yes, my friends, мы можем срываться. We can мы можем break сорваться. Down, or we can мы not control ourselves. We can be angry. Но если, but если после этого, if after не следует this, покаяние, you did not have перед Духом Святым, Holy Spirit, катастрофа, духовно деградируешь. You will не надо потом говорить, почему так мало движения Духа Святого. You don't even have to say stuff like, не why is there Holy Spirit not working in my life? Let's maybe pray for me. You shouldn't even say this. Простой, in a regular life, everyday life, Духа don't grieve the Holy Spirit. Приходи к нему в покаянии. А следующий шаг, приходи к людям в покаянии. Но если ты живешь так, if you live this way, if you know, что в твоей жизни бывает, then in your life this does happen, that you do lose control, that you do sometimes are angry, murmur, you yell, and then you don't apologize, and then you don't apologize, and then you don't repent, and you don't remember when was the last time, last time you made the noise, when did you repent, then today's celebration, my friend, maybe you didn't wait for something like this. Ради вас. But all of this is just for ради you. Вас. This is all just for you. Это все, что Дух Святой хочет. All the Holy Spirit wants. Чтоб ты его не обижал. Is for you to stop не оскорблял. Him, not to grieve. Друзья, him. Мы еще не говорим об исполнении Духом Святым. My friends, we're not even talking about being filled мы with the Holy Spirit. Мы еще не говорим об этом уровне. We're not talking about это that другой level. Уровень. That's the next level. Мы только в начале we're just пути. Talking about the beginning. Мы только we're at the beginning of the journey. Хотя бы, пожалуйста, please, хотя бы не обижай. Please, don't не оскорбляй Духа Святого. Don't offend the Holy Spirit. Знай, at least know that he exists. Не игнорируй его. Don't ignore him. Относись к нему так, как будто он там точно есть. Act as if he actually is there. Он там может быть. And he can be there. Но не имеет никаких прав. But he can without rights. Это как личность, которая приходит к нам в дом. It's like a person comes to our мы house. Мы ему даем комнату. We give him a room. Но он там никто. But he is a nobody никто. In our house. Nobody. Никто. He doesn't matter. Он не имеет никаких прав. He doesn't have any rights. Вот точно так же иногда Дух Святой вроде бы живет в жизни христианина. In the same way, Holy Spirit бы, as if lives in the life of a Christian person, as if he has там нет his here. Прав. But he doesn't have any он rights. Он там где-то в кладовке закрыт. He's just sitting somewhere in the мы closet. Мы действуем. But when we act, а Дух Святой как личность только сжимает. And Holy Spirit, he just sits только there. Ждет. He's just waiting. Ждет. Just waiting. Когда человек when the person осознает. Will understand and realize. Иоанна 16 глава 7 стиха. Написано, он придет, Дух Святой, и обличит мир о грехе, и о правде, и о суде, что не веруют в меня. And the Bible says, John 16, 7, 8, it says, when he comes, he will convict the world of its sin, and of God's righteousness, and of the coming judgment. Друзья, кому это послание, не оскорбляйте Духа Святого, к верующим или к неверующим? Who is this written, to the believers or unbelievers? Неверующие люди, нерожденные свыше, unbelievers, у них not born Духа Святого from above, нет. They don't have the Holy Spirit.
Это точно к верующим. This is written only for Christians. Опытным, тем, кто даже со стажем ходит в церковь. The ones that were in church for a while now. Чья ответственность не обижать Духа Святого? Whose responsibility it is not to offend the Holy Spirit? Проповедников? Of the служителей? Of the ministers? Или это твоя и твое отношение с Духом Святым? Your personal responsibility. Написано, что одна из миссий Духа Святого, он придет. The Bible says that one of the missions that God of the Holy Spirit и дальше, is. Внимание по порядку. And here's the list. Первое, обличит. First is to tell what's wrong. О грехе обличит. About the sin. Второе, о праведности. Second, to tell about righteousness. И третье, о будущем суде. And the third, it says about the future judgment. Друзья, если мы в нашей жизни, you know, if we are in our lives, давно не переживали обличение от Духа Святого, we haven't experienced conviction from the Holy Spirit. Позвольте вас пригласить задуматься, что, возможно, вы потеряли с ним связь. Let me invite you to thinking that you might have lost the connection with him. Потому что одна из миссий Духа Святого, because one of the missions of the Holy Spirit, это обличать, is to convict. Смотрите снова на список по приоритетам. Look at the list. Look at the list of priorities. Дух Святой придет. He will come. Holy Spirit will come. И мы сразу хочется говорить, но он утешать будет. And we want to say that he's going to comfort us. Да, он утешитель назван. Yes, he will, and he is called the comforter. Смотрите, but listen. Порядочно. Listen at the order. Первое, обличит во грехе. First, he will convict you of your sin. Если Дух Святой он есть, if the Holy Spirit exists, он нас с любовью. He will with love. Он нас с любовью. With love. Он нас обличает. He will convict us. В наших грехах. In our sins. В наших поступках. Whatever, however, против людей. Against people. Здесь на земле. Here on this earth. И против Бога. Not against God. Поэтому если ты думаешь, что тебе не в чем извиняться, so if you think there is nothing to be, если ты можешь признаться, что ты давно извинялся, and if you cannot say that you haven't said sorry for a long time, можешь признать, then maybe at least because of this celebration, независимо кто виноват, forget who was wrong, но если ты можешь признаться, at least today just agree, что ты не помнишь, когда последний раз ты извинялся, when was the last time that you said sorry, друзья, возможно потерял связь, you know if you can't say that, возможно игнорируешь голос Духа Святого. Ignoring the voice of the Потому Holy Spirit. Он продолжает говорить, because he keeps talking, как учит Писание, as the Bible продолжает says. Обличать, he keeps convicting. Но если я с вами разговариваю, but if I am talking with а you, вы меня игнорируете, and you are ignoring me, простите, я перестану с вами forgive говорить. Me, but I will stop talking если with я you. С вами разговариваю, if I'm talking with you, а вы в телефоне, and you are on the phone, согласитесь, я перестану с вами говорить. You could agree that I will stop talking точно with так you. Же Дух Святой, same thing the Holy Spirit, когда он говорит, when he is talking когда to you, он обличает, when he is convicting you, человек игнорирует, and the person is ignoring him, живет в самоправедности, he lives in self-righteousness, он перестает, time will tell, will, перестает, he will stop, he will stop talking но, to друзья, you. Это so очень friends, полезно принимать обличение от Духа Святого. It's very beneficial to receive это намного лучше. From the Holy Spirit. It's much better. Этого стоит искать. You should seek this, actually. Стоит у Духа Святого этого просить. You should ask the Holy Spirit to convict you. Поверьте, лучше просите, чтобы Дух Святой вас обличал. It's better to ask him for him to correct you. Потому что когда я обличу вас, because when I will correct you, я не уверен, что вам понравится. I'm not sure you like it. Я не уверен, если вы примете. If you will receive it. А если вас жена обличит? What about your wife? What if she corrects you? Вы представляете, если вас муж обличит? Imagine your husband will correct you. То лучше просить Дух Святой. It's probably better to just ask the Holy Spirit. Я верю, and что I believe, Бог может и через людей говорить. God can speak through people. Может и через людей обличать. God can correct through people. Но когда ты сам, but when you, but в комнате, on your own, in в машине, room, in the car, едешь, when you're driving, злой, and you're angry, или просто лежишь, or maybe just laying down, разрываешься, you're tearing apart, ты просто задыхаешься от обиды, you're choking because you were offended, от этого ядовитого воздуха, this poisoned air, и вдруг ты слышишь, and all of a sudden you hear, calm down, успокойся, relax, извинись, go and apologize. Не стоило так реагировать. You shouldn't have reacted the way you did. Дух Святой. The Holy Spirit. Святая личность. A holy person. В тебе. In you. Не обижай. Don't offend him. Не оскорбляй. Don't grieve him. Доверь мне управление. Give him the ruling. Я могу управлять. I can reign. I can control. Твоим языком. Your tone. Твоей реакцией. Your reaction. Твоим тоном. Your tone. Но пока у меня нету прав. But right now I don't have the right. Друзья, я помню, когда в начале года в нашей церкви мы постились. Помните, you know, when we were fasting in the beginning of the year.
После пятидневного поста у меня пришло желание. After 5 days of fasting, some desire came. Я не часто молюсь такой молитвой. I don't often pray such a prayer. Я помню, как Дух Святой. But I remember Holy Spirit. Обличай меня. Convict me. Покажи мне, где я не прав. Show me where I'm wrong. Покажи мне, где мне нужно извиниться. Show me where I need to apologize. На протяжении нескольких дней последующих. And a few days after that. Мне приходили новые мысли. And during these days, new thoughts came. Перед кем нужно извиниться? And I remembered who I need to apologize before. Приходили мысли. The thoughts came. Где я был уверен, что я был прав? And I was sure that I was right in that moment. После таких простых молитв я понял, что я был. But after such a simple prayer, я вообще был не совсем прав. Turns out I wasn't completely correct. Я помню, мы были. Я моей жене говорю. I remember I told to my wife. Я извиняюсь. I'm sorry. И там были люди, вокруг не было времени объяснять. And there were people who couldn't explain, so I just quickly told her. И она так не поняла. Я снова как бы попробовал. She didn't understand. I tried to explain it again. И она сказала: Я не знаю, за что ты извиняешься. And she says, I don't even understand why you're apologizing. Друзья. Это может сделать только Дух Святой. You know, Holy Spirit only can do something Сам like this. Я I myself can never do that. Я не такой хороший. I'm not as good. Я не такой духовный. I'm not as spiritual. Но когда Дух Святой. But when the Holy Spirit. Представьте себе, что мы даже зная, за что нам нужно извиниться. Imagine we knowing that we need to apologize. Как это тяжело сломать свою гордость. To step over your а когда ты начинаешь извиняться за то, что даже люди иногда не понимают за что, или даже, может быть, и не стоило. But when you start apologizing или когда извиняешься, даже когда ты не виноват. And you're apologizing because you weren't even at fault. Вот это работа Духа Святого в твоей жизни. That is the work of the Holy Spirit in your life and His power. Работа Духа Святого в твоей жизни сегодня, друзья. Поэтому действуйте так. Живите так. Live this way. Написано в Писании, Фессалоникийцам 5, непрестанно молитесь, за все благодарите, духа не угашайте. Thessalonians 5:17 says, pray, never stop praying, be thankful in all circumstances, for this is God's will. Do not stifle or quench the Holy Spirit. Оказывается, в нашей власти. So you know, this is in our power. Угашать. To quench. В других переводах написано душить. In another translation it says stifle or choke. Приглушить. To silence. Духа Святого. The Holy Spirit. Это как вот личность маленькая, да, ребенок в you вашей know, like, комнате. Like a little person, a little kid мешает. In your room. He's bothering что-то you. Что-то говорит. He's trying to tell you something. И у нас есть рычаги, чтобы его приглушить. We can silence задушить. We can, не физически, not physically, but we молчи. Can just tell him, shush. И он еще там есть. And he's there still. Личность есть. The person он is still сидит there. Уже так. But he's just sitting there. Вот так иногда мы относимся к Духу. And sometimes we act the same way to the Holy Spirit. Итак, первая ответственность человека. So the first responsibility. Не оскорбляйте Духа Святого. To not grieve the Holy Spirit. Второе. Second. Исполняйтесь Духом Святым. Be filled with the Holy Spirit. Мы идем на новый уровень. That's the next level. Это второй уровень, друзья. This is the second Первый level, не оскорбляйте. First is do not quench. А потом исполняйтесь. You can очень часто. Very often. Очень часто мы хотим Very сразу often. Уйти на второй уровень. We want to go to the second очень level. Часто мы хотим сразу движение, исполнение. Very often we want to be filled Но and move. Но есть простые ступени. Вначале не обижайте его. Simple steps. First, don't grieve. А потом будем мечтать об исполнении. And then you can И это dream мы about тоже being filled. Можем. And this can come later as well. Ефесянам 5 глава, 18 стих. Ephesians 5:18 it says. Написано: не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым, назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога. Ephesians 5:18-20 it says, do not be drunk with wine. Because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves, and making music to the Lord in your hearts, and give thanks to everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Друзья, исполнение Духом Святым. You know, being filled with the Holy Spirit. Это то, что меняет весь мир вокруг. It's something that changes the whole world around us. Когда мы в Писании читаем примеры. You know, when we read examples in the Bible, людей, которые были исполнены Духом Святым, of people that were filled with the Holy Spirit,
Никто, кто был на том месте, nobody that was in that place, не сомневался в реальности Бога, в его силе и движении. Wasn't doubting that God can move and God has power. Уходили все страхи. Everybody, all the fears left. Приходила неестественная сила. An amazing supernatural power came. Люди, которые исполнялись Духом Святым. To the people that were filled with the Holy Spirit. That's where the movement happened. Там были чудеса и знамения. That's where the healings and miracles happened. Там были покаяния людей. That's where people repented. Там Бог использовал, употреблял God людей. Used people. Исполнение Духом Святым. Filling with the Holy Spirit. Оно возможно и сегодня. It's possible Потому today. Что написано в Писании. Because the Bible says. Для всех верующих. It's for all сегодня исполняйтесь Духом Святым. Дальше справедливый вопрос. Как? And then the question is how? Как это на практике? How do you practically do it? И вот здесь все написано. And here it's written. Протокол. Here the protocol is here. Написано. Назидая самих себя псалмами, it says singing psalms or edifying yourself with psalms, with hymns, песнопением, spiritual songs. Три разных слова употребляются о пении. These three different versions of singing. Как по моему, мне кажется, можно было одним словом сказать просто пойте. I would just say maybe just sing. Вы понимаете, как важно But you see how important для Бога for God, наше вот это состояние, когда мы просто внутри не просто сидим, мы поем. To have this condition of the heart where we're not just sitting, мы but Бога we're singing. Славим. We're praising God. Даже не находится слово, как его назвать. We can't even describe это прославление, it. Это поклонение. Is it worship? Is it это, praise? Это бурмотание. Is it you're just mumbling something? Песни. Is it some new song? Это гимны. Is it a hymn? Разные. Different things. Главное, the most написано, important чтобы thing, из сердца исходило. It says it must come from the heart. Из сердца исходило. From the heart. Друзья, возвращаемся к реальности. Friends, let's come back to reality. Когда у нас такое было в нашей жизни? When was the last time in your life? Я сам себе этот задал вопрос. I was asking myself когда the same thing. Когда я пришел в комнату, when I came to the сел, room, I sit down, открываю Ефесянам 5 глава, and I open Ephesians 5, и говорю, Господь, and I say, God, хочу исполниться Духом Святым, I want to be filled with the Holy Spirit, и начинаю петь, and I start singing, начинаю так петь тихонечко, and I quietly sing, если все еще спят, или громко, если никого sleeping, нету дома, or I could sing loud when I'm alone, начинаю петь, начинаю славить, singing, I start praising. А потом мысли, а ты помнишь же, у тебя же ребенок больной, and then there is this memory, but you have a sick child, а ты помнишь же, do you remember? Что у тебя же машина поломалась. That your car broke. А ты помнишь же, как тебе люди относятся? Do you remember how people act towards you? Ну как можно славить Бога с такими людьми вокруг? How can you praise God when such people surround you? И у тебя сразу мысли, сознание только раз, и в другую сторону And your thoughts are turning in another direction. Тогда хочется сказать, And you want to say, я пленяю всякую мысль в помышлении Христу. I take captive every thought under obedience to Christ. Это прием из Библии. And that's я пленяю. That's what you can do. That's what Bible says. I take captive every thought. Послушание Христу. To the obedience of Christ. И я начинаю петь на зло врагам. And I start singing against начинаю what the славить. Devil says. I start praising. Начинаю благодарить. I start thinking. И я and таким образом ближе way, и ближе. I am coming closer and closer. Приближаюсь. I approach к состоянию, где я могу исполняться Духом Святым. When I can be filled with the Holy Spirit. Дальше там написано пойте. And further it says sing. И заканчивается благодарите. Благодаря за все Бога. Благодаря For everything, thanking God for everything. So don't just sing, but thank God. And when Christian people благодарят Бога, когда больно, when they thank God. Вот during тогда hurt, у вас есть все шансы исполниться Духом Святым. Когда верующие люди благодарят Бога, когда обидно, вот тогда у вас есть такой риск исполниться Духом Святым. Вот когда мы идем не на поводу плоти, но на поводу нашего Духа, когда мы принимаем это решение, Господь, мне больно, God, I know не могу простить, не могу отпустить, go, но я буду петь. Слезы текут, а ты And you're crying, but you're still singing. Выпадает, the dishes are falling off your hands, but you're still singing. Ты чувствуешь and you feel peace. Peace is coming. Where is it coming from? Where is it coming from? Who gave me Я this peace? Ничего, I didn't do anything very special. I just started being doing what Ephesians 5:18 says. На практике, в жизни. Practically, in life. Это то, что может и у нас, друзья, and that's what could happen in our lives. В нашей жизни. This could happen Часто in our lives. Часто мы ожидаем чудес. You know, often we wait for miracles. Часто мы жаждем чудес. We want to desire miracles in our lives. But you know, miracles. Исполнение Святым Духом. Filling with the Holy Spirit. Исполнение Святым Духом. Filling with the Holy Spirit. Часто происходило при вот еще одном условии. One more condition. Я хочу его выделить. And I want to show it to you. Оно очень ярко подчеркивается в Новом Завете. It's very brightly shown in the New Testament. Это когда люди проповедовали Христа. Were preaching
God, Christ. Когда мы мечтаем исполниться Святым when Духом we dream to be filled with the Holy Spirit inside the church, в церковных стенах, in the church, inside the walls of the church, то можно задуматься и признаться, что часто это нам будет that хорошо. It's probably just going to benefit us. Нам будет хорошо. It will benefit us. Мы порадуемся. We will be happy. Мы исполнимся. We will be filled. Мы, ну, мир придет. Peace will come. И это тоже хорошо. And it's good. Но мы должны понять, что это же только нам будет хорошо. But we need to understand that it's going to be good for us. А сердце Бога же думает и but о других. God's heart is thinking about others too. Иисус Христос. And Jesus Christ. Более 100 чудес записаны в Новом Завете, которые совершил Христос. There are more than 100 miracles that Jesus did that are written in the Gospels. А теперь внимание. And here. 6 из них только были в храме, в стенах. 6 of them were inside the walls of the temple. В храмах, стенах. Inside the walls of the temple. 4 из них было в синагоге. Were in the synagogues. И 122 это было на улицах. They were on the streets. На улицах. On the streets. Где были люди, where people которые не знали Бога. Didn't know God. Люди неверующие. These people that were, противники, did not know. They, грешники, they were actually against, фарисеи. They were sinners. И вот they were Pharisees. Там совершались and there, чудеса and on the streets, и знамения. That's where the miracles happened. Вы никогда не думали, почему в Африке на миссии чудес больше? So many more miracles than on the missions. Можно сказать, ну, там им как бы понятно. You can say, well, maybe. Друзья, I don't know. Когда мы начинаем свидетельствовать о Иисусе Христе, witnessing about когда мы идем проповедовать, when we go and preach, вот там больше чудес, that's when there там больше be знамений. More miracles, more, вот more там signs, написано, more wonders. Идите и проповедуйте Евангелие. И дальше gospel. Написано, и будут сопровождать says, вас знамения. Signs will follow. Когда? When? Не когда мы в церкви сидим, not when we're sitting но in church, когда вы поедете, but when we are пойдете, going, when we are вот walking, тогда будут сопровождать чудеса и знамения. Вот те, которые там за стенами церкви, those that are outside поверьте, of the walls они of church, чаще исполняются they Духом Святым. They are filled with the Holy чаще Spirit a lot more исполняются often. Духом Святым, they are filled with the Holy потому Spirit что они отражают сердце Бога. Because they reflect the heart они of God. Отражают волю Божью. They reflect the will of God. Они идут, they go, они исполняются, they get filled, и Бог действует and God works through them. И сегодня мы видим исцеление. And today we see healing. Today we see, missionaries, and they Бог happens сам with them. Решает, God decides on His own when and when делать, and where. Но Бог он действует, он but живой God still Бог. Works and He's alive. Слава Богу за это. Praise God for Матфея 7 глава говорится о том, что Matthew люди пришли к Иисусу и сказали, что Господи, мы изгоняли бесов. And they said мы we cast out demons. Пророчествовали. We were prophesying. Мы исцеляли. We were healing. Были многие чудеса творили. Many things, many miracles we did. А Иисус им отвечает. But Jesus says, я никогда не знал вас. He says, I never knew you. Отойдите от меня. Get away from me. Здесь такой неожиданный урок. This is a very sudden lesson. Что чудеса и знамения это еще не все. That miracles and signs are not everything. Отношения с Духом Святым. The relationship with the Holy Spirit. Важнее. That's a lot more important. Потому что они пришли хвастаться, Господи, they're у нас saying, там движение, у нас там чудеса и все. So much miracles. И это хорошо, братья. Это нормально, it's мы awesome. Тоже этого жаждем, and но we want the same thing, but отношения с Богом, with God, Духу Святому, to the Holy Spirit, опасно, чтобы не сказал Господь, но я вас не знаю. Don't fall into danger of God saying, I don't мы же know тебя, you. Господи, знаем. But Lord, we knew you. Но я вас не знаю. But I didn't know you. Я знаю ваши мотивы, ваше I сердце. Know your motives, your heart. Я знаю, почему вы хотите этого движения Духа Святого. Чтобы вам было хорошо. You want to be with Holy Spirit because you а want it to be good for you. Другие but цели. I have different goals. Другие приоритеты. Different priorities. Третья ответственность перед Духом Святым. Third responsibility before the Holy Spirit. Это поступайте по Духу. Is to live or walk Итак, in the Spirit. По порядку. Первое, не оскорбляйте Духа Святого. So first, do not grieve the Holy Spirit. Второе, исполняйтесь Духом Святым. Second, be filled with the Holy Spirit. И третье, поступайте или живите. And third is to live or walk in the Spirit. По Духу. Галатам 5 глава, 16 стих написано, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. It says, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. На основании Писания, based on the Scripture, верующие люди, Christians, они могут быть водимы Духом Святым. They can be led by the Holy Spirit. Представьте себе потенциал, который imagine есть внутри нас. Imagine the potential that you have in us. Люди сегодня водимы многими. People are led by many things. Водимы страхом. They are led by fears. Водимы мнением. They are led by opinions. Водимы чудесами. They are led by miracles. Водимы к Богу из-за нужды. They are led to God because they need something. Но Писание говорит, есть те, которые водимы Духом. But Bible says there are those who are led by the Spirit. Именно вот эти легальные люди. And these legal people.
people, написано, что Бог говорит, God says, что эти люди, these people, они суть сыны и дочеря Божьи. They are in essence sons and daughters of God. Это вот как печать, approval, то есть легализированный. So they are legal. They have the stamp. Не просто ходящие в церковь. They're not just a walking church. Не просто называющие верующими. They are not just called Но Christians. Но водимые Духом Святым. But they're actually led by the Holy Spirit. Друзья, меня это место Писания обличает. Friends, this speaks to me. Я могу так быть. This corrects me. Загнанным хождением в церковь и мероприятиями. You know, I can be so overwhelmed with walking to church and going to church and doing all this stuff. Поступайте по духу, будьте водимы духом. That being led by the Holy Spirit. Мы не знаем, чем его едят. You don't even know how to do it. И как оно работает? How does this work? Но это то, что дано нам, друзья, в нашей жизни. But this is what's given to us in our lives. Почему люди так не живут? Why don't people live this way? Ну, наверное, возможно, для кого-то он Духа Святого даже не имеет в жизни своей. Probably some people don't even have the Holy Spirit in their lives. Он не рожден свыше. They are not born from above. Христос сказал: «Пошлю вам Духа Святого». God said, «I will send the Holy Spirit». И в первую очередь он обличит мир во грехе. And first he will correct the world that they are sinful. Не верует в меня. And that they don't believe in me. То есть первый грех. So the first sin. Это чтобы люди верили в живого Бога. So people would believe in the living God. Чтобы люди поверили в Христа. So people would believe in Christ, in the Messiah, in the sacrifice that Jesus died on the cross for your sins. And he was risen. If you don't believe this, then even today, even right now, the Holy Spirit will correct you, and he is correcting you that you do not believe in Jesus Christ, the one who saved, and the Son of God. Дальше, почему иногда мы так поступаем? Further, why do we act this way sometimes? Мы не осознаем. Because we don't realize. Игнорируем. We ignore. Его присутствие в нашей жизни. In our life, внутри нас. Inside of us. И третье. And the third thing, почему мы не живем по духу? Why don't we live by the Holy Spirit? Потому что мы не умеем Because этим пользоваться. Don't know how, we don't know how to use this. Не знаем, как оно работает. We don't know how this works. И как хочется. And sometimes I, and в день I want праздника. To. In this day of celebration. Которые уверены, что не имеют Духа Святого. So all Christians that are sure that they have the Holy Spirit, so they would fall on their knees and they say, Holy Spirit, во-первых, прости за то, что оскорбляю. Во-вторых, прости за то, что мало исполняюсь. Forgive me that I'm not filled with you enough. Господь, я даже не знаю, как быть водимым Тобою. Дух Святой, by you, Holy Spirit. Мы Тебя празднуем. You know, we celebrate по календарю. On the calendar. А в жизни but in не life, работает. It doesn't work. Как хочется сказать, Дух Святой, я хочу, we want to say, я Holy жажду, Spirit, I want дай мне это. Помоги мне это иметь. Помоги мне жить по Духу. I want to live ходить by the Spirit. По Духу. I want to walk by ходить the Spirit. По Духу. I want to walk в английском переводе написано «ходить по Духу». In English translation says, walk in the Spirit. An interesting illustration. It says walk. Это значит, нужно использовать ноги. It means you gotta use your legs. А еще это значит, and it also means что ты не сразу можешь ходить. That you can't just start walking right когда away. Когда ты родился, when you're born, маленький ребенок, a little baby, не умеет ходить, cannot walk. Но он сразу при рождении имеет две ноги. But at the birth he already has two legs. Но потом занимает время. But time takes. Пока этот ребенок просто лежит. First the kid just lays потом there. Потом он просто сидит. And then he just sits there. А потом and он использует свои ноги, чтобы he starts using his feet. Просто ползать. Just to crawl. Ползать. Crawl. Ползает уже в правильном направлении. But к маме. Crawls in the right direction. Но пока только ползает. But still just crawls. Но у него же были ноги даны. But his feet were от given рождения. To him from the very beginning. Не для того, чтобы за собой их тягать. Not to, so he could drag him behind ноги himself. Были даны, чтобы ходить. The feet were given to him so he could walk. И потом смотрит на эту личность. And then somebody looks at this person, this little kid. He has such potential. Друзья, мы должны видеть сейчас себя. Friends, we have to see ourselves. Рожденные свыше люди. We are born from above. Кто имеет Духа Святого? We have the Holy Spirit. Внутри. Inside. We have the resource. Potential, we have the potential that we don't use. We don't even know how. We need to be led by the Holy Spirit. Often it's a very soft voice. Yesterday, я несколько недель назад помолился такой молитвой. Господи, научи меня быть водимым Духом Святым. Господи, научи. God, я хочу, чтобы это было чаще. I want this to be more я often. Хочу знать, как это работает I want to know в моей how this works in my life. Вчера я встречаю одну вдову здесь на graduation. I'm meeting one widow in this у меня приходит желание. And I have this desire. Дать ей $100. To give her $100. Но мы стоим там вокруг людей. But we're standing, there are people standing. Это somehow awkward to get this тему. Money. It's not the time for it. Я ложу назад, не буду давать. And I put the money back. И вдруг такая
мягкая-мягкая мысль. And all of a sudden this soft, quiet Ты же меня просил, чтобы я тебя водил. But you've asked me to be led by me. Я вынимаю, я даю ей 100 долларов. I took this $100 and I gave it to her. Она не видела, что у меня происходит внутри. She didn't know what's happening inside of me. Я потом имею еще одну встречу. I have another meeting. И я все прокручиваю. And I'm thinking, как я сопротивлялся. How do I fight а Дух Святой мне давал это в сердце. But Holy Spirit, he was giving this to me. Я просил его водительства. I was asking him to lead me. В тот же день. And at the same day. До полуночи. Until the midnight. Один человек. One person. Через Cash App отправляет мне 100 долларов. Through Cash App sends me $100. Я снова в шоке. I'm shocked. И снова тихий нежный голос. And Ты a quiet voice. Просил водительства от Духа Святого. You asked to be led by Holy Spirit. А теперь урок. Now here's the lesson. Знай. Remember. Если будешь водим Духом Святым, if you will be led by the Holy Spirit, никогда не будешь банкротом. You will never be bankrupt. Никогда не будешь банкротом. You never will be bankrupt. Если будешь водим Духом Святым, if you will be led by the Holy Spirit. Аллилуйя. Аллилуйя. Друзья. Friends. Steps они очень простые. The steps are very simple. Можно на клавиши. Я попросил только у Духа Святого. I simply asked the Holy Spirit. Чтобы он меня водил. That he started leading me. Я еще не профессионал. I'm not a professional. Но я его попросил. But I asked him. Я просто признал. I just accepted. Дух Святой, я хочу быть тобой водимым And чаще. And I admitted that I want to be led by you, Holy Spirit, more often. А второе. And second. Я попросил Дух Святой. I asked Holy Spirit. Прости меня. Forgive за me. За то, что я оскорбляю that тебя I grieved, offended оскорбляю. That I offend you. Друзья, два простых шага. Friends, very simple two steps. Попрости Дух Святой, Just что я ask тебя оскорбляю. The Holy Spirit, forgive me for второе, offending you. And води second, мною. Lead me. Руководи мною. Guide me. Веди меня по Lead жизни. Lead me in life. Часто как мы изнемогаем. How often we are so tired. От переживаний. Because all these worries. Часто как мы раздавлены обстоятельствами. We're just crushed by all these circumstances. Там нету места Духу Святому. There is no place for the Holy Spirit there. Там есть только логика there. И обстоятельства. There is only logic and circumstances. Друзья, вот что нас христиан делает несчастными. Are why they are unhappy. Логика. Logic. И обстоятельства. And circumstances. Но есть Дух Святой. But there is Holy Spirit. Друзья, логика. Logic. И обстоятельства. And circumstances. Противовес есть Дух They Святой. Are against Holy Spirit. Мы живем логикой и обстоятельствами. We live by logic and circumstances. Как хочется вам подарить праздник в духе, чтобы каждый из вас сказал, Боже, Дух Святой, я не знаю, как жить. Holy Spirit, я не знаю, как жить. Live. Как, Господи, быть водимым Духом Святым? Честно, я так тебя часто обижаю. I так часто so тебя often. Оскорбляю. I often Дух Святой, the Holy Spirit. Я хочу. Я жажду тебя. I just want you. Я жажду тебя. I just want Я жажду тебя в моей жизни. I just want you in my life. В Писании написано, кто жаждет, иди ко мне и пей. The Bible says, whoever will thirst, come to me and drink. Сегодня день Пятидесятницы, you know, чтобы in this day of Pentecost, I want every one of you, friends, to remember, that Pentecost can be today in your life. И сегодня в твоей жизни. Today in your life it can happen. Я помню, как когда-то мне было 17 лет. I remember when I was 17. И была молитва. And there was a prayer. И на той молитве я получил крещение Святым Духом. And on this prayer I received the И я начал молиться на иных языках. And I started speaking in tongues. Я был молодой. I was young. Я не знал теологии. I didn't know theology. Я не знал, что языки это для каких это времен, для апостолов и для всех нас. Я только знаю, что я говорил на языке, который я не знаю. So I was just speaking this language that I don't know. And I know that he is inside of me. Я знаю, что даже если у меня жизнь забрать, and I knew that if he take my life, я знаю, что там есть внутри меня. There is he still there inside of me. Я пережил такую силу Божью, such power of the Holy Spirit, которую я в жизни не переживал. That I've never experienced before. Жизни после этого In life, after this, in after this, I never experienced this. And then at 17, forever, I was convinced that Holy Spirit exists and He's real. When I was a teenager, I was praying for 2.5 hours. I couldn't stop. I didn't want to stop. Find me a teenager right now that will pray 2.5 hours instead of an iPad. Only the Holy Spirit can do something like this. But there needs to be a thirst. Жажда и вера. Моя мама, она из рода неверующего. Когда она первый раз пришла в церковь, первый раз, она заявила в том собрании, вся прическа, одежда, ее лицо, все выдавало, что она здесь не своя. Она чужая. She didn't belong there. She was not, ее все сканировали с ног до головы. Собирались людей в домах, прятались. Людей было мало. Упускаю детали, она сказала пастору, я хочу получить
крещение Святым Духом. Skip in detail, she says, Pastor, I want to be baptized in the Holy Spirit. Я хочу помолиться об этом. I want to pray about this. Я хочу помолиться о крещении. I want to pray about baptism. А пастор сказал, Pastor said, ты хочешь помолиться об очищении? You want to pray about being cleansed? То есть о покаянии, about being repentant, about being holy? Она его смело поправила. And she corrected him. She said, no, Pastor. О крещении. About baptism. Первый раз в жизни в церкви. First time in church. Первый раз в жизни в церкви. И она помолилась о крещении. And she prayed about baptism. С первого дня она получила крещение Святым Духом. She received the baptism of the Holy Spirit. Прическа, одежда, все. Первый раз в церкви она получила сразу. И начала молиться на языках. Друзья, Пятидесятница, она возможна и сегодня. Для нас, для людей, для верующих, для всех верующих. Она возможна и сегодня. Она возможна и для вас сегодня. Надо жаждать и надо верить. И я хочу сделать это приглашение для всех верующих. Для старших пожилых людей, чтобы вы жаждали этого, чтобы вы искали этого. Вы тоже можете иметь этот дар, крещение Святым Духом. Вы тоже можете это иметь в своей жизни сегодня. Это вам не помешает, поверьте. Вам даст крылья. Это вам даст крылья, друзья. Но, друзья, сегодня нам важно жаждать не только даров. We shouldn't want just the gifts. Нам важно также каждый день. But we need to want every day. Поступать по духу. To work and to act as the Spirit wants, and not to grieve Him, not to offend Him. Святого. The Holy Spirit. Вернемся к нашему человеку с двумя ногами, который тягает ноги. Let's come back to the kid that still drags his feet. Рожден свыше, получил Дух Святой, he's received the Holy Spirit, но еще не умеешь ходить по Духу. But he doesn't know how to walk еще не знаешь, как быть водимым Духом Святого. He doesn't know how to be led by the Holy Spirit. Но потом этого ребенка родители берут и начинают учить, как ходить. So parents start to teach this kid how to walk. И что делает этот младенец? And what happened with this little baby? Падает. He falls. Ему больно. He hurts. Он снова падает. He falls again. И мама говорит, ты что, сыночек? And mom says, ой. Ты что рискуешь? Why are you risking? Рискуешь голову разбить. You're risking hitting your head on something. Ну ты понимаешь, головой рискуешь. Don't you understand you're risking your head? Нет, мама поднимает его так по попочке. No, mama raises him again. Давай, сыночек, давай. Picks him up and she pushes him and he falls again. Опять больно, опять плачет. And he hurts again, he's crying. Недавно мой Лукас пришел, или Марк, у меня прямо в доме Lucas or Mark came to our рассеп house, полностью he, лоб, кровь течет. He, blood is, he fell and blood is coming from his forehead. Хочется сказать, ну все. And I want to say, ой. Доходились, завязываем. Don't teach him to walk in again. Все мечтают, чтобы он ходил. No, everybody's dreaming that he would walk. А еще больше мечтают, чтобы он бегал. And the more we dream that he would run. Вот так, друзья, и в духовной жизни. The same way it's in the spiritual life. Дух Святой. Holy Spirit. Дан тебе. He is given to you. Простите за грубое сравнение, не для того, чтобы его за собой тягали. Not so you could drag the Holy Spirit behind you. Но чтобы ходить. But so you could walk, not like those feet, but you could walk, so you could run. Ходить. So you could быть walk, водимым Духом Святым. The Holy Spirit. Слава ему за это. Praise God. Давайте мы встанем, дорогая церковь. Let's stand up.